Что вы там видите? Докладывайте. Вижу ракеты и вспышки разрывов в тылу у немцев. От меня до места боя метров 800-900, товарищ командующий. Ваш сосед слева доносит то же самое. Но бой идет справа от него. Все происходит на узком участке фронта, прямо перед вами. Как вы оцениваете обстановку и думаете поступить? Я думаю, товарищ командующий, что на моем участке через немецкую передовую с боем прорывается выходящая из окружения часть. Разрешите произвести разведку боем. По моим сведениям, в ближайшем тылу у немцев давно уже нет никаких окруженных частей. Сейчас октябрь, а не июль. Возможно, это не глупая провокация. Сначала заставить нас ринуться вперед, потом опрокинуть и на наших же плечах ворваться в наше расположение. Считаешь такой возможность. Но если это наш пробивается, нельзя же им не помочь, товарищ командующий. Товарищ командующий, если мы не ударим навстречу, это будет самый черный день в моей жизни. Действуй. То, что произошло в ту ночь на участке разведбата 17-й танковой бригады, заняло потом всего полстраницы во фронтовой оперсводке. ...1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание Европы. Сначала пала Польша, затем Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Настал 1941 год. С армией более чем 7 миллионов солдат нацистская военная машина повернулась на восток и начала вторжение в Советский Союз. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Друзья, нам встречаться приходится, ну уж когда повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Пусть вместе с нами земля ленинградская вспомнит былые дела. Вспомним, как русская сила солдатская немцев за тихо гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немцев за тихо гнала. Будет веками навеки прославленный под пулеметной бургой. Наши штыки на высотах Синябина, наши полки под Амгой. Наши штыки на высотах Синябина, наши полки под Амгой. Вспомним мы тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло сжимая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло сжимая врагу. Вспомним
на шаг. Бился на Ладоге, бился на Волгами, не отступал ни на шаг. Выпьем, почернемся кружками, стоя мы между друзей боевых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за встречу живых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за встречу живых. В твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Чего начинается родина?